Спонжи для макияжа весьма необычной формы, состав полимеризированный бутадиестерольный каучук, производитель Китай, стоимость 149 рублей. Продаются эти спонжи в виде клубники и ананаса, и необычность их заключается в том, что они порезаны на кубики. Нужен новый спонж? Возьми новый кубик. Пластиковая салатница, произведенная в Татарстане объемом 1 литр. Стоит такая салатница 59 рублей. Продается в различных цветах. Внешняя поверхность салатницы украшена выпуклым рисунком из ромбов. Набор формочек для выпечки с зубочистками от O-Kitchen. В наборе 24 формочки, которые украшены изображением Санта-Клауса, и зубочистки, которые украшены его шапочками. Состав: бумага и полипропилен. Производитель Китай. Стоимость набора формочек 79 рублей. Форма для печенья, производитель Китай, состав полипропилен. Стоят эти формы по 79 рублей, имеют очень немаленький, я бы сказала, размер. Продаются в различных расцветках и в различных, так скажем, конфигурациях. Есть форма елочка, а есть форма дом. Так что на новогодние праздники вместе с детьми можно устроить кулинарные батлы и испечь много печенья, украсить его красивыми рисунками и поздравить с новогодними праздниками всех родных и всех друзей. Более что формы эти непростые, и печенье, которое вы испечете с их помощью, будет объемным, трехмерным. Скатерти от O-Kitchen размером 135 на 135 сантиметров. Произведены они в Китае, состав поливинилхлорид. Эти скатерти с цветочным рисунком подчеркнут торжественную сервировку вашего стола, а изящный контур на белом фоне будет смотреться одновременно лаконично и празднично. Контур на скатертях есть золотой и серебряный. Стоят они 249 рублей. Я когда увидела эти скатерти, у меня прям аж холодок по душе прошел, как будто на 30 лет назад вернулась. Щетка нескользящая, предназначенная для массажа и очистки ног. Производитель Китай, состав ТПР и ПП. Стоит такая щетка 299 рублей. Она весьма увесистая, имеет присоски для того, чтобы не скользить по поверхности, и вогнутую поверхность у щетинок для того, чтобы со всех сторон плотно охватывать вашу ногу. Щеткой такой можно пользоваться и в душе, и в ванной, и в бане. В общем, где вам заблагорассудится. Продается она в двух расцветках, в голубой и розовой. Выполнены щетки очень качественно. Штора для ванны от Beach Republic 180 на 180 сантиметров размером. Прочная, в комплекте 12 колец, выполнена из водоотталкивающей ткани. Стоят такие шторы 199 рублей. В продаже появилось очень много расцветок. Есть даже детские расцветки. Корзины для белья в двух расцветках, бежевом и белом. Корзины имеют крышку, очень красивый рисунок в виде плетения такого ажурного, очень похожего на вязку макраме. Стоит такая корзина 299 рублей. Салатник от O-Kitchen объемом 2,3 литра. Производитель Китай, состав опаловое стекло. Стоит такой салатник 299 рублей. Салатник имеет неправильную форму и золотистую отделку по внешнему краю. Эта посуда отлично выдерживает высокие температуры, поэтому использоваться она может не только как салатник, но и для подачи горячих вторых блюд. И мясо, и плов отлично будут смотреться при подаче в этой тарелке. Коврик принтованный, размер 50 на 76 сантиметров. Состав ворса 100% полиэстер, основа войлок. Произведены эти коврики в России, обработаны на оверлоке, кстати, очень качественно, почти шелковой ниткой. Цвета имеются в продаже различные, противоскользящего покрытия на обратной стороне у ковриков нет. Стоят они по 199 рублей. Невероятно мягкие и пухленькие коврики для ванны размером 40 на 60 сантиметров. Произведены они в Китае. Размер 40 на 60 сантиметров, состав ПВХ, полиэстер и поролон. Коврики приехали в невероятно сочных расцветках, красочных. Таких, по-моему, еще не было в фикс прайс. Настолько кислотные, что мимо пройти невозможно. Коврики имеют противоскользящее покрытие, довольно хорошее. Стоит 299 рублей.
Дневной крем антиоксидантный для лица с витамином С и гиалуроновой кислотой от Флоресан. Стоит такой крем 79 рублей, произведен в России, продается в объеме 75 мл в удобном флаконе с дозатором. Способствует глубокому увлажнению кожи, возвращает ей мягкость и упругость и моделирует овал лица. Витамин С замедлит процессы старения, выровняет тон кожи, осветлит пигментацию и придаст коже сияние. Тарелка Ato Kitchen диаметром 20 см из опалового стекла, производитель Китай, стоимость 99 рублей. Абсолютной новинкой это назвать нельзя, потому что в прошлом году этот товар уже был на полках Фикс Прайс. Эта посуда пользуется хорошим спросом, она красиво выглядит, рисунок неправильные соты. Выглядит тарелочка как фарфоровая. Единственная неприятность, которую стоит ожидать от этой тарелки, это что сойдет золотая кайма. Половник Ato Kitchen в ярком цвете обязательно привлечет ваше внимание. С его помощью удобно наливать супы, соусы и другие жидкие блюда. Не повреждает и не царапает посуду. Произведен в Китае, состав силикон и нейлон. Стоит он 79 рублей, имеет размер 8 на 28,5 см. Представлен в трех расцветках и отлично сочетается с другими товарами из коллекции Фьючи. Имеет отверстие для подвешивания. Женские носки, размеры с 35 по 39, производитель Китай, состав 94% акрила, 6% полиэстера. Эти носки имеют нескользящую стопу, довольно рыхлую вязку и украшены фигурками различных животных, которые сделаны вручную. Носки продаются в различных расцветках, выбрать можно на любой вкус. В этот раз приехали с совами и с белыми медведями. Ранее продавались вот с такими собаками. И стоили они, по-моему, подешевле. Сейчас такие носки стоят 299 рублей. Яркие и милые косметички стоимостью 199 рублей. Произведены они в Китае, состав полиэстер, нейлон и сталь. Эти косметички продаются в довольно ярких расцветках. Очень приятный плюшевый материал использован в их изготовлении. Они довольно вместительные, несмотря на небольшие размеры 13 на 13 см за счет широкой боковой вставки. Застегиваются косметички на молнию и в них очень приятно будет складывать любимые аксессуары или декоративную косметику. Внутри косметички имеется небольшой карман. Сейчас перед вами все три варианта. Набор фломастеров в пластиковом пенале в количестве 16 штук. Производитель Китай, состав полипропилен, фибра, вода, глицерин, тонер, содиумбензонат. Стоит такой набор фломастеров 99 рублей. Воспользуемся тем, что кто-то недозакрыл крышку и посмотрим, как выглядят фломастеры. Заодно хорошенечко крышку закроем. Пеналы не только бирюзовые, цветов много и все они яркие. Снова появились в продаже подставки для телефона и планшета. Произведены они в Китае, состав АБС, ПВХ, ЭВА и сталь. Стоят они так же, как и раньше, 99 рублей. Только продаются теперь только в черном и белом цветах. Набор контейнеров для хранения продуктов и готовых блюд с яркими разноцветными крышками. Пустые емкости очень удобно складываются друг в друга. Набор состоит из 6 контейнеров разных объемов. 0,15 литра, 0,33 литра, 0,63 литра, 1,1 литра, 1,7 литра и 2,6 литра. Состав полипропилен. Произведены эти контейнеры в России, стоимость их 249 рублей. Женские носки, произведенные в России, размеры с 23 по 25. Состав: хлопок 60%, полиамид 14%, полипропилен 23% и эластан 3%. Эти носки выполнены в сером цвете с ярко-зеленой отделкой и украшением в виде принта ананаса. Стоят такие носки 79 рублей. Набор емкости для сервировки на подставке. В наборе 3 емкости и подставка. Производитель Китай, состав МДФ стекло, стоимость 299 рублей. Подставка эта относится к пивной коллекции от Fix Price. Выглядит весьма необычно. Три невысоких, довольно широких стаканчика стоят на довольно длинной досточке в специальных прорезях. В них можно складывать, допустим, корнишоны,
картошку фри, орешки какие-то, еще другие закуски. В общем, что вам подскажет ваша фантазия? Если у вас уже есть такая подставка и вы ей активно пользуетесь, оставляйте свои отзывы в комментариях. Яркие детские свитшоты от Inch Secret с новогодним дизайном, который подарит отличное настроение и комфорт при носке. Размеры со 104 по 128. Свитшот выполнен из 100% хлопка, производитель Кыргызстан. Низ и манжеты свитшотов на резиночке, сшиты они очень аккуратно. Яркие невозможно расцветки, очень приятные свитшоты. Я думаю, что детям будет только в радость.